Девушка оказалась в больнице после посещения частной стоматологии, где ей удалили зуб. Сейчас она уже перенесла сложную операцию и идет на поправку. Она рассказала, в частной клинике ей 2,5 часа удаляли один из зубов, корни которого располагались под тем, который она хотела убрать, а со вторым зубом возникли проблемы. Удалить его полностью не удалось. При этом, по ее словам, ей толком не объяснили, что будут удалять второй зуб. А потом врач сообщил, что у него нет нужного оборудования и направил в челюстно-лицевую хирургию. О том, что оказалась повреждена гайморова пазуха, якобы не сообщил. В общей сложности она провела в больнице месяц, а лечится уже 5. Также челябинка не чувствует половину щеки, верхнюю губу и зубы с правой стороны. А накануне в МИАСе стоматолог оставила инструмент в зубе пациентки. Женщина пришла в государственную клинику по бесплатному талону. Но после посещения кабинета стоматолога зубная боль стала еще больше. Она почти месяц сидела на обезболивающих. Получив зарплату, она обратилась в частную клинику. Там врачи сделали снимок, который показал наличие в зубе инородного тела, предположительно инструмента, которым удаляют нерв. В итоге зуб пациентки пришлось удалить.